Зацвела гортензия крупнолистная, незнакомка. Покупал я ее очень давно, но на том месте, где она росла, ей не нравилось, видимо, место. Было солнечное, она не больно меня радовала. Вот в этом году, в том году немножко, несколько бутонов было, а в этом году вообще фееричное цветение. Вот какое. Вот так она начинает расцветать. Вот потом вторая стадия, серединка потом полностью. А вот еще так вот фисташково белого такого, потом переходит в розовый. И вот полный распуск. Такая красота. Если кто знает название, напишите, пожалуйста. Очень интересно мне, что за сорт. Утерян на горшок с ее. Даже смотрите, когда не полный распуск, это фисташковый цвет внутри остается. А потом, когда уже полный распуск, уже полная вся розовая. Весь цветок розовый становится. Вот такая вот красота. Но жесткие побеги. Очень жесткие. О, внизу он еще цветок. Да, этот цветок идет уже от нижнего. От нижней почки тоже этого же старого прошлогоднего побега. Это все прошлогодние сохраненные соцветия. Вот такая вот красотка. У нее еще сколько бутонов еще на ней. Так, жесткие листья, жесткие побеги толстые. Это сорт срезочный, скорее всего. Подходит для срезки и для вот так просто цветения в грунте. Красота!